Всем всего доброго, всем привет, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Выкладываю видео по итальянским танкам, как обещал. Видите, у меня сейчас стоковый танк 7 уровня, буквально я его только купил, то есть невыкаченный экипаж, полный сток, третий бой, четвертый бой. Сделал я на нем сразу 6 фрагов, то есть он полностью у меня, вот экипаж, видите, даже не выкачен, то есть 87, там 106%, то есть буквально я его посадил, буквально поставил там какие-то на него, только там, ну вот эти вот вентиляцию и так далее, сразу захожу в бой, то есть вот зашел я в бой, ребят, вот, на этом танке. Сразу пока и сразу сделал на нем 6 фрагов. Да, я сейчас здесь топ. Вот, по общей ветке сейчас Италии я буду говорить. По общей ветке качать, не качать, как быстро, может быть, прокачать. Ну, я быстро прокачал, потому что была акция. Я эту акцию использовал, получил буфона. Буфон матерится в танке, сидит на итальянском. Вот, как отключить, я не знаю. Вот. Вот, поэтому этот буфон, он как бы, ну, прикольно, смешно. Сейчас сами услышите. После каждого выстрела, после каждого, там, короче, непробития или наоборот пробития, идет какой-то мат на итальянском языке, не знаю. Прикольно смотрится, конечно. Вот таких бы побольше каких-нибудь приколюк бы делали, было бы вообще хорошо. Единственное, какой минус, что вот можно это убрать или нет, я не знаю. То есть он постоянно сидит, что-то там, этот буфон там в этом танке постоянно шепчет. Ну тогда бы сделали, может быть, тогда Жириновского туда посадили, было бы вообще здорово, в этот танк. Он бы там бы нам нашептал, там наговорил, да? То есть вообще было бы классно. Ну, это небольшое отступление. Что же говоря, это итальянской ветки, да, в общем, да, то есть тяжело накачается. Опять же, снаряд летит по навесной траектории, снаряд летит очень медленно. То есть он замедленный какой-то снаряд, причем на любом, на 6 уровне, на 5 уровне очень медленный снаряд, потому что он летит по этой навесной траектории, очень тяжело идет. Вот. Но тем не менее, пробиваемость, да, неплохая. Неплохая средняя броня. Но я бы не сказал, что это прям броня какая-то нереально. То есть фактически фанера. Брони никакой нет. Вот видите, сейчас 3 фрага я сделал, уже в принципе, уже неплохо, да. Вот, видите, слышите, как буфон там матерится. 4-й фраг, вот. Довольно-таки, что, на нем много хп, причем, видите, еще я ничего не установил, ничего не это, как говорится. И сразу заведомо, видите, попадаю в топ, потому что когда все выкачено, правильно кто-то сказал, по-моему, Камелот сказал, что они дают, пока у вас что-то не выкачено, то есть пока вы сток, вам дают и соперников попроще, и бои, то есть где вы в топе. Как только вы выкачились, все, вам дают только восьмерки, девятки, десятки, то есть... Это такая тенденция, я ни на одном танке это замечал, такое есть. Такое, не знаю, по-моему, вот у меня это такое постоянно. Как только выкачиваешь танк, ему сразу как бы дают высокие уровни. Вот видите, я стою, здесь практически нас гасят, тут практически, да, то есть бой такой качели получился. В принципе, как я высказывался в прошлом своем видео, о том, что при марафоне и при вот этих акциях было, в принципе, даже и невозможно играть, как-то было тяжело, как-то было некомфортно себя чувствовать. Вот с воскресенья, 12 числа, вроде онлайн, вроде они своих ботов там подугомонили, были нереальные бои у меня, ну, начиная где-то с субботы, вот воскресенье, в принципе, вот, поэтому вот онлайн вроде бы как восстановился, вроде бы как, вроде более-менее стало играть. Так что, если что-то будет меняться, если что-то будет это, я буду говорить, вот, о комфортности игры, а на каких танках, вот, ну, на итальянских, в принципе, неплохо, да, по общей ветке, но первые, конечно, уровни, они вообще там никакущие, то есть,
чтобы пройти эти уровни, надо быстрее, чтобы там... Вот, а танки, они не какущие, поэтому очень тяжело это, их пропустить. Вот начиная с 6 уровня, ну я бы не сказал, что там такой какой-то танк мощный, суперский. Танк как танк, очень средний. Вот видите, в принципе, нас, мы тут выигрываем, но смотрите, сейчас ситуация как поменяется. Сейчас ситуация, в принципе, я думал уже здесь все, но сейчас ситуация начнет меняться. Почему я не ломлюсь туда, не спешу? Во-первых, у меня пушка, она, во-первых, кривая, когда она подбитая, вот как сейчас. То есть, это просто не танк превращается в такое... Просто, ну, как говорится, он будет стрелять очень криво, очень косо, поэтому сейчас жду этого ремонта. Но смотрите, что происходит. У них остается арта, и как вот два человека практически сейчас, один точно сейчас вот как бы сольется. Ну, я сейчас здесь встану, просто на базу буду стоять. И, ну, я как бы не стараюсь там. Я мог бы сейчас, конечно, эту арту загасить. Но я говорю, что... Сейчас просто ждал этого тайпа, думал сейчас уже ему оставить этот фраг, потому что у меня жизни много, мне один выстрел и все, поэтому я как бы не спешил, сейчас на захват поеду. Вот. Мне фрагов хватило, дамаги их тоже хватило, поэтому я никуда не спешил, не торопился. Вот, ну смотрите, как полный хпшный этот, практически 70% этот тайп сливается и остается 2%. Но я все-таки решаю, у меня скорость очень низкая сейчас. Я бы до него доехал бы, он бы уже перезарядился, поэтому я решаю встать все-таки на базу. Здесь постоять. Вот. Как он в меня там попадает. Кстати, забыл сказать, арту. А сейчас это был какой-то скрытый ап. То есть арту апнули. Сейчас опять появились. Опять ваншоты, то есть арта, вот меня уже сколько, она раз ваншотила, это просто нереально. То есть ее реально скрытно апнули. То есть у нее реально сейчас повысился хп, и она сейчас ваншотит очень часто. Если вы заметили, то я говорю, что это неспроста, ее апнули. Вот, где-то это было до марафона. Вот, так что вот такие дела, ребят, такие новости. Не знаю, как там будет дальше, да, если они опять что-то там будут делать, опять может онлайн понизится, я надеюсь, у них хоть мозгов чуть-чуть хватит, чтобы этот онлайн сохранить, который сейчас есть, они ничего не будут там уже докручивать, крутить, а будут предлагать какие-то более приятные там акции, более это, чтобы люди хоть не уходили в эту тундру и так далее, там, в другие проекты. Потому что их сейчас очень много. Вот. Вот видите, как он меня почти практически из-за горы сейчас. Из-за горы. Он только высунулся, засветился. И без сведения, скорее всего, он даже не сводился. И наугад выстрелил. И, может быть, даже попал в гору, но меня он забрал. Вот. Скорее всего... Ну, у меня тут мало хп, да, я говорю, арту апнули, потому что я сам на арте этой стрелял, когда и там нереальные получались тоже ваншоты. Вот, то есть, ее чуть-чуть сейчас накрутили, вот такие новости. Итальянские танки, в принципе, я думаю, если 8, 9, 10 уровень, они не компенсируют вот этими нереальными какими-то досылателями, вот эти вот, ну как, если они будут прикольные танки, я думаю... Чтобы из-за них страдать на седьмых вот этих вот восьмых уровнях без этого барабана, это, ну не знаю. Это очень тяжело. Ну как бы очень тяжело. И зачем этот тест прокачивать, когда есть, допустим, у кого-нибудь Шкода или Бэтчат. Опять этот барабан, ну не знаю. Ну я прокачаю, буду, скажу вообще, стоит, не стоит эту ветку вообще качать. Вот. Так что все, всем всего доброго. Сейчас мы выиграем по захвату, и он все-таки эту арту уничтожит еще и по захвату. Мы выиграем. Да, вот все.
все, получил я основной калибр, взял я основной калибр, да, на полном стоке, взял я воина на полном стоке. То есть, в принципе, неплохой результат на таком танке, в принципе, очень среднем, то есть, довольно-таки не очень имбовом. Так что все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду говорить по новостям, по танкам. В принципе, ни на каком канале вы больше по таким новостям вам мало кто будет говорить, кроме меня. Так что подписывайтесь на канал Стас Кобальт, с вами был Стас Кобальт. Всем всего доброго, всем до свидания, всем пока.